Всем привет, особенно тем, кто вчера смотрел стрим, как мы выбивали Фрейю. Сегодня я решил записать вам обзор для тех, кто там не может смотреть 4 там, или 6 часов, как мы вчера трешивали, выбивали таланты, тратили кучу самоцветов на то, чтобы собрать этого героя правильно, сливали топовые таланты и прочее. Мы сошлись на Басте, это для нее самый топовый талант на сегодня. Так как герой реально имбовый, благодаря тому, что у него стоит все время ограничение входящего урона 18 тысяч, это ограничение не снимается. Основная задача как бы по таланту, чтобы герой подольше пожил. То есть тут подойдет либо Бастион хорошо, либо стойкость. Но так как стойкость дает только жизнь, я выбрал Бастион. 60% атаки для нее, это очень круто будет, очень много герой. На сегодня один из топовых дамагеров, бьет реально очень жестко, я сам не ожидал. Давайте пройдемся по герою. Так, 10 скилл, снимает положительные эффекты в течение 3 секунд, наносит урон в секунду равный 260% от атаки. Также призывает одного голубя на 12 секунд, кулдаун 4 секунды. То есть 3 голубя у вас есть, которые вас будут бафать. На 45% повышать атаку. Это дохрена, ребята. Это просто такой бешеный урон. Я даже не знал, как так может быть. Ну, реально, это новая имба. Кому она выпадет, реально стоит ее качать. Так, ну мы поставили Бастион, по талантам я вам попозже расскажу, почему так или иначе. Так, будет стоять у нас Карасик. Почему Карасик? Потому что он будет хилить не только ее, а будет хилить еще голубей, которые получают по 1 единице урона в секунду. 1 единица, это просто жопа. Если они будут все время перед ней лететь, ну, грубо говоря, ее ничего не трогает, то есть она будет универсальна. Не знаю, эмоций очень много, герой реально очень крутой. Что по статам? Атака у нее практически 12 тысяч, это дохрена. Бонусом там плюс 5600, пока будет немножко побольше, я просто собрал обычную сборку, поставил. То есть в районе там сколько, 16-17 тысяч атака у нее. Жизни у нее немного. Всего при такой вот сборке у нас получилось 275 тысяч. 276 даже там с копейками. Это тоже немало. Этого хватает. Рунами будет стоять живо. Артефакт я специально поставил, топор. Также раскаленный доспех стоит. Не победный выпад, а доспех для того, чтобы еще увеличить ее жизнь, чтобы она еще дольше прожила. Ну и плюс будет вокруг себя тоже нормально сносить. По снаряжению ее, естественно, надо вкачивать на уклон. Но я решил пока сделать такую универсальную сборку. Там, где будет присутствовать и крит урон, и уклонение, и крит сопротивление. Так, ну что. Поехали сначала потестим ее в рейде. Вот. Так, кто у нас тут стрелок? Попробуем забежать отсюда. Интересно, кого он на первом будет бить. Видите, забор хреначит. Вот первый полетел. Ее, кстати, очень легко убить, если будет ее бить очень много разных героев. То есть, либо герои с массовым уроном. Она будет очень быстро умирать. Как видите, она не добежала, уже как бы забрали жизнь. Так, что у нас тут? Тут Амареса. Ну, попробуем сейчас тут забежать. С ней очень хорошо справляется стрелок. Так, кого она бьет? Вот она бьет Рину. В первую очередь сейчас. Орнитоптеры стрелка забирают энергию, в принципе, и все. Также против нее хорош стан. Если она стоит в стане, она тоже ничего сделать не может. То есть вариантов, как ее убить, очень много. Классно помогают башни стрелковые.
Они все время по 18 тысяч наносят 6 башен, и она там очень быстро дохнет. Сейчас мы попробуем найти расстановку. Вот, смотрите. 240 тысяч герой пропал. 562 хранитель просто пропал. Герои бьют ее орнитоптеров. Вот хранителя нет. Следующий кто у нас там? Череп или ворожай? Череп. Череп пропал. Ворожай пропал. Уже второй раз резнулся. Сейчас тыковка может разогнать, если успеет. Вот она стоит в стане, ничего сделать не может. Купидон. Так, ну-ка, давай, давай, давай. Ай, нас заблочили. Ну, Тарас, видите, может заблочить. Но все равно она даже при блокировке, это даже не череп. Она все равно все время получает именно 18 тысяч урона. Вот мы просто выражаем, взяли, подхилили, все. Два героя, даже она сама бы справилась, если бы с другой стороны зашли. Все, базы нет. Снесли не, ну, непростые герои. Она на первой эволюции просто тупо шатала топовых героев. Давайте отсюда зайдем, смотрим. Он череп пропал раз, хранитель. О, хранитель более живучий. Ну, смотрите на урон. Так, хранителя она унесла, да. Тут сейчас, конечно, раз нам будет стыковкой мешать. Ну, смотрим. Она жива до сих пор. Даже раз ее там блокирует, ее все равно входящий урон 18 тысяч, максимальный потолок. У нас там карась по 35 хилит. Говорю, 35-73. Ну тут, конечно, она забежала в центр. Но все же, смотрите, 18, 18, 18. Ее не так просто убить. Все зависит от того, какую она цель будет атаковать. Ну, реально, это жопа. Зачем таких героев добавляют, неизвестно. Вот смотрите, она Некроса там шатает. Он ей бьет 18, она ему там по 50, по 70, по 100, 122. Он просто тупо раздает. Конечно, стрелок опять же нам тут помешает. Ну, конечно, герой, блин, на подземках будет офигенно. На PvP локациях тоже офигенно будет смотреться. Так, Трино бьет. Стрелок нам опять мешает. Ну, сейчас орнитоптеры, не орнитоптеры, а голуби ее отвлекут. Рину как проседает. Все, она Рину ушатала издали. Рину умер. Просто жесть. Как можно создавать таких героев? Что дальше будет? Ну, вот обычная расстановка опять стрелком. Может, тут повезет, она будет сразу стрелка агрить. Да, вот она бьет сразу стрелка. Все, стрелка нет. До свидания, стрелок. Нету стрелка, значит, до свидания все герои. Череп ушел, Арес ушел, Купидон ушел. Кто там у нас? Все. Все прохождение базы, вы набрали 24%. На БГ в атаке это будет реально топовые герои. Не будет, он уже есть. В защите вопрос по орнитоптерам, потому что их можно выманывать, на них можно зависать. Это как бы есть проблемка немножко, но во всем остальном хранителя нет. Черепа убьете? Не, не успели. Ну, хранителя унесла просто. Один герой просто бегает и тупо издали убивает всех остальных. Ну, это реально, это гон просто. Быстрый заряд, быстрый набор энергии. Вот смотрите, вот база у вас, да, там стояли герои, у вас топовые прокачки 200 уровня. Я просто стою, еще не добежал за забор, там 10%, половину героев уже просто унес. Ну как это назвать? 305 тысяч, все, череп слился, тыква слилась. Сейчас еще по одному залпу. Она просто стоит в стане издали. Раз, два, все, база чистая. Давайте потестируем сейчас ее
Вот Игорь есть. Смотрим, есть у него новая героиня. Да, есть уже прокачанная. Вот сейчас посмотрим. Надо было поставить руны воодушевления. Ну, давайте попробуем отсюда зайти. Вот, смотрите, башни. Сейчас ее бьют. Видите, она уже проседает под башнями очень хорошо. Она даже не добежит. Вот умерла. Башенки спасают, конечно. Давайте потестим. Сразу нападем и посмотрим, сможем ли мы в моей сборке просто вот такой что-то сделать ей. Вот у меня герои с воодушевлением большая часть. Ну вот, герои зависли на этих орнитоптерах мелких, ну, на воробьях, как мои, так и его. Все, вся база остальная, просто смотрите, что делается, сносится. Вот вам просто выбежал в лоб. Никто ничего толком сделать не может. Все. О какой защите можно говорить? Еще такой же вариант. Поехали. Просто ставится еще дополнительно сюда дерево. Вот смотрите. Мои герои просто зависли на этих мелких. Все, они дальше просто пройти не могут. Они все время просто бьют. Она издали стоит себе спокойно. А я зависаю на этих мелких и бью их. Можно сюда, конечно, тыковку поставить для разгона. Но это жесть. Вот мы просто стоим, 4 героя. То есть в таком варианте на них зависать можно очень, очень легко. Жалко, набрали много процентов, можно было бы с другой стороны зайти. Конечно, ребята, это просто пипец. Вот она без проблем, уже мы там минуту стоим, да, против нас Некрос. Ну и просто друг в друга бьют. Просто жесть. Смотрите, вражеский Некрос. Постепенно, по чуть-чуть. Урон какой проходит. Все, его слили. Сейчас его еще раз сольют. Сколько времени мы уже зависли? 1,5 минуты, мы просто висим. Она еще жива у него на дефе стоит. Вот они там по единице себе бьют. Один, один, минус один, один, минус один. Это при том, что у меня тут нет отхила. Вот сейчас мои ее ушатают из-за того, что очень много целей ее бьют, атакуют, все, она тогда бесполезна, она очень быстро дохнет. Просто тупо в лоб выпустили всех, причем герои собраны, ну, не на атаку, там чисто дефный вариант. Ну, не знаю, герой очень крутой. Давайте еще поищем кого-то и побежим потом по других локациях, потестируем. Феникс. Побежали на Феникса. Че, нету нового героя? Как же так? Вот кидаем просто всех посмотреть ради. Смотрите на Некроса. Все, Некрос уже слился. Как так? Как так может быть? Объясните мне. Стрелок там тоже уже ушатали. Это просто жесть. Ворожея она уже слила издали. Кто там у нас остался? Вы смотрите, все, ворожей пропал. Осталась только Афина, да? Сейчас она благодаря отхилу, если, конечно, ее не ушатают. Вот, смотрите, Афину издали убила, все, остался только один стрелок. Ну все, тут, конечно, слились. Но сама суть, мы убили всех героев издали. Не мы, она просто тупо убивает.
Такой у него немеренный бешеный урон. Это просто жесть. Как так можно? Ну, то ли они его пофиксят в дальнейшем, но это просто бред. Имбалансный герой такое, что... Просто жесть. Удивляюсь, что будет в следующих обновлениях. Зачем мы качаем там других героев старых, если выходит один герой, который там просто тупо нагибает всех. Да. Так, 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 так. Давайте еще кого-то одного цепанем. Стопов. Дрейк на защите. А, тут этот еще. Ну, давайте попробуем. Вот, выпускаем ее одну, смотрим. Приоритет, ну, как бы плюс, она бьет только героев. Это очень большой плюс. Надо было воодушевление ей поставить. Да, Рунин сейчас ушатает. Еще разок. Зайдем со стороны Дрейка. Или можем даже тут вот Анубиса попробовать выманить. Ну давайте отсюда зайдем. Вот ее зарядили. Анубис Дрейк. Кого она там бьет? Она Анубиса бьет. Да, конечно, печально, печально. Вот давайте так попробуем. Вот два героя. Посмотрим, сможем ли мы затащить. Вот у нее первая цель это Анубис. Так, Некрос. Некрос не надо нам. С отхилом просто нереально. Смотрите, она просто уложила Анубиса, как, ну, как ребенка. Кто там следующий? Дерево. Дерево ушатало там. Я не видел еще, кто там был. Смотрим, смотрите, Некрос. 250 прилетело, 30, 40, 100, 80. Сейчас мы просто Некросу скажем до свидания. 100, 80. Причем она попадает всегда, 137. Все, что ей надо, это просто немножко отхила. Все, Некрос слился. Остался Ронин. Сейчас увидите, как Ронин сольется тоже. Если, конечно, успеем. Думаю, успеет попасть по нему. Все, Ронина нет. Это жесть. Да. Ну, сейчас в Чиха еще заденем. Так, стрелок. У него тоже такая же есть. Ну, посмотрим. Интересно, кого сейчас будут бить. Бигфут обьет. Да, на Бигфуте зависает. Это, конечно, проблемно будет. Он будет себя подхиливать, когда включится. Ну вот, мы зависаем на таких же точно орнитоптерах. Снизу прилетают к нам. Она себе спокойно может танчить, как танк вполне сойдет. Главное, чтобы ее не станили. Ворожей слился, она себе еще дальше живет. Короче, жесть. Просто жесть. Имбовый герой. Мне он, конечно, очень нравится. Так. Кто там у нас в чих был? Давайте попробуем. А так давайте просто попробуем всех опять кинуть. Некрос слился, на ком-то огненка стоит. Походу не на одном. А, она Афину цепляет, Афина заряжает всех остальных. Да, все понятно.
Ну, сама суть. Некрос половина уже жизни ушло. Вверху тоже героев посливали. Процентов мы не набрали. Смотрите, Некроса практически добили. Просто жесть. Там Некроса осталась херня жизни. 22%, а даже ну, на слив даже не катит. А взять дерево, оно просто всех резнет. И все, и на этом как бы... С таким героем просто сейчас на битве гильдии в лоб бегать можно спокойно, даже ни за что не переживать. Просто правильно его надо прокачать. Так. Ну давайте еще раз нападем, аж интересно стало. Давайте попробуем со стороны зайти этого героя, зависнем. Ну то есть герой кайфовый. Если вы его выбили, точно так же, как и ворожая, стоит качать в первую очередь. Так, смотрим, что у нас тут. Вот мы сейчас, видите, зависаем на этих. Вот тут огненка стоит по-любому, потому что Некрос убивается очень быстро. Просто жесткие атаки друг на друга. Ворожая, жалко, слили. Ну, можно еще юнитами отвлекать. Не хочу юнитами отвлекать. Но вот смотрите, я не могу пройти с этой стороны. Я просто завис. Это жесть. 54%. Ставите дерево, ресаетесь и опять проходите. Короче, вот так вот, ребята, с рейдами мы, в принципе, закончили. Побежали ее потестим на арене. Так, давайте ее сюда поставим, к ней поставим кого? Анубиса давайте поставим. Тут поставим ворожея Некроса, стрелок Афина. Ну, вот такая пусть будет сборка. Смотрим. По ней всегда приходит 18 тысяч урона. Кого там она бьет? Ну все, стрелка слила. Кто там следующий? Некрос вражеский. Уже раз пропал. Сейчас смотрим дальше. Какой урон? Два раза, все. Просто жесть. Все, она слилась где-то в отражалку. Причем, опять же, я героев особо там не расставлял, не выставлял никакие руны там питомцев на арену. Вот смотрите, она сейчас бьет Анубиса. Просто тупо бешеный урон. Так, хорошо, значит, сейчас поменяем. Давайте поставим ее по центру, поставим Анубиса по центру. Некроса мы поставим сюда. Стрелка поставим, чтобы давал. Так, и Афину. Афину тут одну кинем. Так, попробуем. Конечно, блин, столько анимаций разных. Смотрите, Некроса ушатали там наверху, ворожея ушатали.
Тут она просто вот разобрала тоже. То есть тут не Афина разобрала, тут именно она разбирает своим умением. Чем больше у нее этих голубей появляется, тем просто больше жопа начинается. Просто нереально заблокировать такой урон. И даже если у вас там будет отражение, все равно она не убьет себя. Вот против Игоря. Кого там она бьет? Кого-то наверху. Там ее уже убили. Там Афина. А, там тоже точно такая же. Ну, смотрите, вот. Как против них воевать? Поражай немножко под хил дает, все. Просто жесть. Вот сейчас мы просто сделаем по-другому. Раз, два, три, четыре. Некрос опустим дальше. Афина убивается жестко. Вот смотрите, бьет вражеского Некроса сейчас она по цели. Но что тут Некрос может сделать? Там урон 200 прилетает. Просто жесть. Конечно, все зависит от того, какую она будет цель атаковать, но это жопа. Там они между собой по единичке валятся, то есть там будут целых 3 минуты стоять. Короче, ребята, это реально жесть. Да. Давайте так еще сделаем. Так, Афину можно убрать. Поставим сюда Рину. Надо было с огненкой всех поставить, ладно. Потом мы еще потестируем. Вот единственный способ, как скажем так, нормально выжить против нее. Вот видите, она моего этого убивает ворожея. Все, убивают ворожея, считайте, что вы просто сольетесь. Просто жесть. Атакует по цели с наименьшей жизнью. Ну, это надо будет потом поставить. Ладно, побежали дальше. То есть на арене тоже офигенно. В рейдах офигенно. На битве гильдий офигенно. Побежали, посмотрим на турнире героев. Там 19-я волна. Ну, тут, конечно, мы ничего сейчас не увидим. Надо снимать полностью деф. Ну, там где-то видно, что шатает по одному. 316, смотрю, прилетает. Да, короче, годная будет на волнах, годная будет на турнирке. Единственный вариант, надо, чтобы ее кто-то заряжал, так как она автопрокер. Нужен заряд для этого. Сейчас я найму юнитов. Покажу вам возможные варианты сборки. И пойдем дальше тестить в забытую битву. Ну и на экспедиции потестим урон.
Хоть обзор будет и длинным, но зато вы будете знать, какого героя надо качать. Сейчас в первую очередь. Но опять же после ворожея. Что по рунам можно ставить? По талантам я вчера тестировал стойкость хорошо, но не настолько, как Бастион. Бог войны кайфово, но жизни мало, будут быстро убивать. Каменка, огненка не нужна. Вариант корка как вариант, но опять же жизни мало будет. Корку можно рунами поставить, кстати. Все писали ставить воодушевление. Воодушевление это как вариант для второй, для фарм локаций, да, согласен. Но если у вас есть или будут руны, где там я их уже дел? А, вот они ж есть, слепой уже стал. А, если у вас будут вот такие вот руны воодушевления и Афина, не надо ей качать. Афина будет давать 52%, и ее будет в 3 секунды дозаряжать на 4 секунду. 5 сет воодушевления будет ее дозаряжать. Получается, у нее будет раз в 4 секунды full энергия. Этого вам вполне хватит. Что еще по талантам? Ожог там и все остальное не надо. Самый топовый это бастион, потом идет стойкость, потом идет там воодушевление. Это для того варианта, если вы собираете на фарм, и у вас есть она вторая. С бастом она самая четкая получается. По артефактам. Вариант топор раздора это для атаки. Вариант самый лучший это опять же кубок жизни. Для того, чтобы было побольше жизни. Победный выпад, атакующий вариант, раскаленный доспех, плюс 25%, плюс аура вокруг нее, поэтому это, я считаю, это все-таки будет топовое, 25% это тоже для нее немало. Пару ударов она выстоит, но за этих пару ударов она еще дополнительно урон нанесет. Ну, по созвездиям уклонение, как обычно, я пока тестирую вот такую вот сборку. Универсальное, хочу что-то найти для нее, поэтому поставил уклонение, крит удар для крита, крит урон для увеличения урона, ну и крит сопротивления, чтобы ее быстро так не сливали. Не знаю, что будет на 12-м скеле, но думаю, там будет жопа полная. Уже жопа полная, но дальше будет еще круче. Так, хорошо, вкратце вам объяснил, побежали экспедиция. Просто ее одну потестируем, сколько сможем. По питомцам от 100 на слоник, а так лучше всего отхил, это карась. Лучше, чем даже ангел. Так, вот она начала бить героев, череп умер. Кто-то еще там умер. Ну, смотрите, что просто делает она. Когда она бьет издали. Ну, кто у нас там остался? Анубис. С Анубисом, думаю, она сейчас справится без проблем. 305. 305, ребята. 305 урон. Не критом. Это жесть полная. Все, Гаргул слился. Смотрим на Анубиса. Кто кого. Ну вот Анубис понизил ей полностью атаку, но смотрите на урон. Реально пофиг, все равно проседает. Тут она еще стоит в стане. Идет отхил.
Ну, кто кого? Давай. Еще с утеканием, что ли? Да, походу. 18 900. Да, утекание стоит. Но он тоже и ничего сделать не может. Единственное, нас башня там станет. Сделаем смену. Ну, это какая-то легкая база. Вот смотрите, 62 пропало, 130 пропало, 113, 164 пропало. 2-3 удара героя просто нет. Вот как видите, у нее быстрый набор и получается, нету смысла ей ставить именно для таких локаций воодушевления, потому что, ну, как бы толку от него никакого не будет. Она бьет, и она быстро заряжается. Только единственный вариант, если она в пассивном состоянии будет стоять, то есть это защита, либо угольная армия, прохождение волн, да. И то, если у вас будет Афина с воодушевлением, тогда проще рунами поставить там. Четвертый, пятый сет и без проблем. Что-то нам не везет сегодня на интересное. Ну, хотя бы урон посмотрим. 80, 100, 121, 90, 70, 50, 60. То есть она бьет по всей карте, выпускает ее вдали. И все, никаких проблем просто. Все ушатало. Давайте тут пока легче, сейчас по Берику. Всеми героями попроходим. К последним. Допустим, интересная расстановка стрелок. Вот сейчас, может, нас тут снесут ней. Смотрим. Так, одного снесла. Ну, вот видите, не дают ей зарядиться, но Гаргул пропал. Следующий, кто у нас там, хранитель? Ну, смотрим, смотрим, пока она живет еще. Ну, ребят, это, по-моему, это слишком жестко. Давайте отхил дадим немножко. Все, дополнительный отхил и все, до свидания, вся расстановка. Просто чуть-чуть дополнительного отхила. Просто жесть. Да, это во мне это. Вот немножко дали отхила. Тут ворожай, смотрите, как просел. А ей хоть бы что.
Жесть просто. Самое главное, чтобы ее не станили, она имела возможность выкидывать этих орнитоптеров своих. Ну, ворожея слили, она еще жива. Ну, выживет или нет? Нет, слили. Ладненько. С этой локацией, думаю, и так все понятно. Вы сами все видели, что просто жесть. Можно руны оживы поставить. Так, теперь идем в забытую битву. Тут я поставлю еремочку рунами. Сейчас я только где-то отрою. Вот есть. Для того, чтобы она сразу включилась и выпустила своего этого голубя. Пусть будет топор. Создать команду. Давайте поставим ее в эту команду вместо черепа. Вот так даже первой поставим. Ну вот, ворожая просто ушатала. Ворожей просто где-то пропал. Все, убиваем ворожая, значит, пачка сливается. Тут совсем другая пачка, тут Анубис уже трешует. Смотрим. Против Некроса. Кого бьет? И заблочили. Хорошо, смотрим дальше. Голуби. Блять, это жесть, ребята. Это просто жесть. Слили ее. Но все равно хорош. Надо будет сейчас ее чуть-чуть дальше спрятать, поискать еще какого-то топа с Некросом. Но она просто сейчас, Андрюша, сейчас мы поменяем вот так местами. Вот она голубя выпустила, конечно, ее блокнули. А, вольт не дает. Ну смотрите, они просто агрятся на голубей, все. Вот она до сих пор бьет. Блять, это жесть. Что она делает? Все, просто тупо разобрала хранителя Вольтора. Просто на изи разложила всех. Да, на нее попадешь в какой-то пачке, все. Так, давайте тут эту кинем, потом эту второй. Вот так. Вот опять же интересная пачка против. Ослепление сработало. Смотрите, моих героев там всех остальных посливали. Хранителя унесла. А, ворожай следующий, или кто там? Вольта унесла, ворожай на очереди, ворожай унесла, остался стрелок. Смотрим. А, сейчас она бьет по мелким. Вот, кстати, тоже, возможно, будет проблема. Смотрим. Будут просто тупо друг друга бить очень долго. Все, бьет. Бьет стрелка, да. Вот все. Стрелка унесла, Анубис остался. Анубиса раз вынесла, не успеем просто по времени. Просто жесть, что она творит. Просто тупо тащит всю пачку.
Да, опять забыты будут трэш-бои. Так, Ринчел, ну давай тебя протестим. Давай вот так вот начнем с этой, смотрим. Пачка с Некросом, с ворожаем. Интересно, интересно будет посмотреть. По-моему, мы сейчас просто не сольемся все-таки. Ну, видите, бьет не тех. Но все равно она жива до сих пор. Все уже умерли, она еще жива. Это жесть. Просто жесть. Так, ворожай, давай тащи. Не будь нубасом. А, и хрон с коркой, походу. Или кто там, да, скорее всего, хранитель с коркой не дал набрать энергию. Ну, в общем, не знаю, не знаю. Пишите в комментариях. Как вам такой герой? Как по мне, это просто пипец. Да, вот видите, сборка с ремкой реально будет заходить на PvP локациях. Идем, покажу вам адский саммит. На лаве эта замена равносильная стрелка будет, а если будет двое, тоже будет хорошо. Давайте даже соло побежим. Вы видите, как ее Афина заряжает. И почему, в принципе, если у вас у Афины будет воодушевление, лучше Афине, конечно, поставить первой. Она будет всех героев заряжать. Вот, полетела первая птичка. Тут, конечно, без тыковки мы не справимся. Но все же. Еще раз посмотрим. Давайте где-то здесь поставим. Герои стоят с воодушевлением. Сейчас так и еще разок попробуем спать и побегать. Видите, как заседает, бывает заседает босс здесь. На этом, на этих голубях он даже до построек не добегает. Видите, да, они не успевают добежать. Надо, конечно, разброса побольше сюда, чтобы не включались. Они сейчас будут заряжаться, включаться, и они снесут полностью все здания. Нужен разброс тут душегуб и разброс рунами. О, сама суть. Видите, герои не успевают просто добежать. И герои не умирают. Всех полностью разнесли, остались только боссы. Давайте попробуем команду словить. Сейчас увидите, как будут тупо не добегать. Ну, тут тупит.
Ну, просто все летят, они не успевают добежать. То есть интересно, если боссы хорошо зайдут, здание разрушат. Не, не получится так. Но сама суть. Все, последний заход. Как видите, здание живо. Так. Ну и теперь давайте потестируем против одиночных героев. Что она может? Не дает напасть. В общем, не знаю, ребят, реально впечатлений от этого героя очень много. Не ожидал я такого от него. По-моему, со всех героев это вообще имбалансное что-то интересное в одной степени интересное, в другой степени понимая, что ну, зачем такой дисбаланс вводить в игру? Немногие смогут прокачать, сделать топовую прокачку. Немногие смогут справляться с этим героем. Ну, просто тупо уносит полностью всех. Смотрим. Последний тест. Давайте начнем. Вот так. Анубис собран на максимальное уклонение. Вот стрелок ушатал, да? Теперь делаем. Уберем просто стрелка сейчас. Мешает немножко для теста. Поставим кого там. Поставлю я сейчас. Родина с ожогом поставим, пусть стоит. Смотрим. Герои тут прокачаны все с уклонениями, с пятерками. То есть тут необычные герои. Смотрите, Анубис уже раз умер. Прокачан на фул уклон с бастионом. 8-8, топовая прокачка. Бигфут. Вы его только что могли там увидеть, но вы его уже не увидите. Бастион 8-8, уклонение фул. Кто там у нас следующий будет? Хранитель ремочный, тоже с уклонениями. Его тоже уже нет. До свидания, хранитель. Некрос, огненная защита. 8-8. Фул уклонение. Блин, не успел.
успею или успею, успел выпустить ворожея. Ну вот все, в принципе. Просто немножко дал отхила, потому что побежал раньше. Все, ребят, вся база просто пройдена. И герои топовые прокачки, да, они там не 200 уровня, но, блин, фул уклонение стоит. Это вот такой вот обзор, тест героя. Я покажу вам еще его на битве гильдии, на остальных локациях, которых я смогу там завтра проходить. Просто, ну, просто жесть. У меня нет слова, ни эмоций. Герой просто имбалансный. Пишите в комментариях, как вам такой трэш. Знаю, видос долгий, но, блин, хотелось вам побольше показать, рассказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем по такой героине максимальной прокачки за минимум траты самоцветов. Все, всем пока.